Лунають привітання для жінок у кожній сім'ї. Прекрасну половину усієї Запорізької області привітали і народні обранці від партії «Нова політика». Дорогі жінки, от імені депутатів партія «Нова політика» сердечно поздравляємо вас з Міжнародним жінським днем 8 марта. Для всіх нас 8 марта остається праздником любви і красоти. Як не можна представити світ без жінок, так невозможно представить и нашу жизнь без этого праздника. Вы создаете особую атмосферу, дарите ощущение надежности и домашнего тепла. Спасибо вам, дорогие наши, за мудрость и терпение, за отзывчивость, за милосердие, за вашу поддержку и понимание. В этот праздничный день позвольте искренне пожелать вам счастья, благополучия, любви, понимания родных и близких, профессиональных успехов, исполнения всех самых заветных желаний и, конечно, радостного весеннего настроения и лучезарной улыбки. Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, достатка и согласия в семьях, мирного неба над головой и чтобы ваши дети и внуки были счастливы в прекрасной стране Украине.